69 уровень, прошел я сюжетку. Найс, достижение, да? Прошел сюжетку. Это моя первая карта, и сейчас будет в гонке ХКСС флешбэк. Бич, конечно же. Что еще? Активировать атлас и все такое. Я уже создал убежку. Сейчас надо еще Зану позвать туда. В принципе, я начинал эту лигу играть, то есть гонку на обычной, на обычном ХК, но что-то мне захотелось на ССФ поиграть вот ХК ССФ. Сейчас посмотрим. Это моя первая карта будет, вот Сандер. Вообще я не любитель этого билда. Ну, просто давно им не играл, потом решил поиграть. Но вообще не любитель вот этого персонажа, на самом деле. Чё у нас тут? А, ну тут изи. 6 зарядов выносливости у меня. Достаточно сложная гонка, как мне кажется, то есть есть хардкорные вещи. Четырех линк всего лишь. А вот линк выпал. Только не такой, как мне нужен. Не люблю бионтов. На самом деле. Опа-на. Бионды очень опасны, мне кажется. Плюс у меня не миллиард урона, я их не ваншоты. В поиске нормальной пушки. У меня такая себе сейчас пушка, на самом деле. Дополнительная мотивация есть в гонке играть, потому что транзакции дают. Как я с боссом справлюсь еще. Быстрее на босса идти, пока он не жрает. Тяжеловато дается. Ну, как я сказал, я терпеть не могу этот скилл Сандер, то есть он реально слабый. Так что, соль. Ну, как-то так, то есть, ну, реально просто слабый скилл, то есть мне нечего сказать. Просто давно не играл, из-за этого решил. Так, реально слабый скилл очень.
колбы еще надо доделать. У меня колбы хреновые. То есть он, в принципе, живучий. Шагернал, патроны нет. Вот это огорчает. Вот это огорчает. Ладно, как-то так. Вот она, кстати, моя прокачка. Я даже специально анелдинг взял, то есть это на урон. Увеличение урона за Endurance Charge. И все равно, типа, мало урона. Не знаю. Тут пушка хорошая нужна, на самом деле. У меня очень хреновая. Плюс шестилинка не помешала бы. Которого у меня нет. Ну ладно.